Город Мекка в Саудовской Аравии попал под удар сильнейшего шторма. По словам представителя Саудовского национального метеорологического центра Хусейна Аль-Катани, скорость ветра, который принес с собой мощный циклон, превысила 80 км в час. В социальных сетях быстро распространились жуткие кадры, опубликованные очевидцами. На них порывы ветра буквально уносят местных жителей и паломников, оказавшихся на открытом пространстве. Ураган сносит рекламные щиты, металлоконструкции и баки для мусора. Штормовой ветер сопровождается сильнейшими ливнями и градом. Паломники, которых непогода застала в мечети Аль-Харам, опубликовали видео, запечатлевшее удар молнии в знаменитую башню с часами, возвышающуюся над городом. Многие мусульмане расценили разбушевавшуюся непогоду как знамение о необходимости покаяния всей уммы, а верующие, несмотря на сильный ливень, продолжили молить Всевышнего о прощении перед Каабой. Власти объявили в провинции и некоторых частях королевства красный уровень опасности. Занятия в школах, колледжах и вузах на территории королевства перевели в дистанционный формат. Местные синоптики выпустили предупреждение о том, что на протяжении 24 часов в стране будут продолжаться грозы, сопровождаемые сильным ветром. Ухудшение погоды ожидается в Медине, Мекке, Ассирии, Джазане и Аль-Бахе. Мне понравилось то, что вы нам задавали такие задачи, у которых нет ответа. И каждый придумывает что-то сам. Я делал лапшу домашнего изготовления из яиц домашних. И получается 500 грамм у меня стоит 300 рублей. Мы с братом организовали такой проект. Сначала он продавал магнитики, сувениры такие пластмассовые, а потом закупил деревянные изделия. Делаю украшения из эпоксидной смолы, и то, что я делаю, нравится людям. Видя, как они соревнуются друг с другом, наслаждаются решением этих задач, я понимаю, что их жизнь будет ясной и понятной с точки зрения решения любой жизненной проблемы. Ведь наша жизнь – это не 2 плюс 2, наша жизнь – это череда открытых задач. Научи детей финансовой грамотности вместе с Muslim Future. Подробности в описании к этому видео.